я уже выходила. Ну как будете возле метро там, звоните, я походу с вами еще одну ходку сделаю. Только никто русский не защищает, к сожалению. Так вот эта масса людей говорит, а почему человека, гостя с Кавказа, милиция останавливает? Это нарушение прав человека. А человек ходит с травматическим пистолетом, они ходят с ножами. Сколько случаев уже порезали и убили? В чем дело? Почему мы без ножей, без пистолетов? Закон должен быть, и все. То, что сейчас происходит, это здесь видно злость народа, страх народа, страх перед тем, что преступления будут продолжаться, они не остановятся. Мы считаем, что на это надо обращать внимание, надо привлекать общественное мнение, и в любом случае ни в коем нельзя это оставлять безнаказанно. Преступники должны быть найдены, неважно, кто это, кавказской национальности эти люди или не кавказской национальности. Преступники должны быть найдены, и они должны сидеть в тюрьме. В ваш сторону направляется достаточно средний, но плотный поток.